всегда последний день я делаю объявление, которое касается, так сказать, будущих проектов. Но, значит, ближайший проект начинается в июне. Вот, а так-то начинается, значит, вот 21 июня. Вот, в 11 утра начнется тренинг психологической школы профессора Козлова на острове Зеленый, на картоне «Космос тела». Вот. И, значит, на картоне был кто-нибудь? Были. Ну, на самом деле, там удивительной красоты река, вот, которая меняет цвет в зависимости от того, где находится. Вот, очень мощная река, но и холодная река. Вот, и так-то купаться там вот в этой реке, ну как бы вам сказать, не рекомендуется. Там быстро очень сворачивает тело, настолько холодная река, и выплыть очень трудно, горная река. Но с другой стороны, конечно, у нас там есть баня, вот, и есть веревка, за которую, держась, можно слегка искупаться. Там вот. Доска и написано «ну пока». Ну да. Вот, и, ну, баня там роскошная, и условия жизни такие, я бы сказал, там этническая деревня, вот, жить там в чадырах, вот, а работать мы будем в аэлах. Вот, чадыры – это восьмиугольные деревянные дома, вот, покрытые берестой и пихтовой горой. Вот, и, ну, вот, ну, совершенно роскошно, с камином. Вот. Живу там по одному, по два человека. Вот. И такая, ну, я бы сказал, романтическая жизнь в алтайских домах. Алтайских они низкие, особые, с маленькими. Такие, я бы сказал, тепло сберегающие. Вот. На острове Зеленый самый большой аэл в мире. Самый большой. Вот. И аэл — это такое конусообразное, вот, самое древнее жилье. Вот. Опять-таки покрытое вот корой. Вот. И, ну, тоже в центре как островище. Вот. Таким образом она так-то топится. Там я провожу занятия, когда дождь, и там я провожу еще вечерние дыхательные сессии. Вот, там из такой толщины кедра пол. Вот, пол, вот, доски вот такой толщины, и кедр шелковый. На нем просто вот лежать это, запах, ну, вот ни с чем ничего не сравнится, а так жить мы там будем одни, то есть на нашу группу. Ну и там будет, значит, там два человека обслуга, но они абсолютно незаметны. Вот, и кушать мы будем, там будет кухня очень хорошая, обильная. Ну, точно будет тренинг, вот как бы народ уже есть. Вот, но и тренинг будет такой телесно-ориентированный. Вот. «Космос тела» там Боаделла, Вильгельм Райх, техники там синтетического массажа, там рейки массажа, энергетической практики разные там. Ну, вот, в 90-е годы я очень глубоко интересовался телесно-ориентированной терапией. Вот, и у нас были очень крутые программы вообще по работе с телом. Лучшее, что вообще я видел, например, там по работе с телом, контактной работе с телом, это синтетический массаж. Вот, ничего страшного. Ну, то есть практик там будет вот огромное количество. Вот, и там, ну, вот много очень всего будет. Но в основном все ориентировано на тело. Ну и я не первый раз провожу этот тренинг. Вот, у меня были в 90-е годы большие тренинги по рахианской терапии.
Вот. Но затем я перестал давать. Почему? Потому что техника попадала в какие-то глупые руки. Вот. С таким буквальным мышлением. Вот. И технику не очень хорошо использовали. Поэтому я перестал это давать. Ну а сейчас вот даю вот внутри вот этого тренинга. Ну, затем, значит, 21-го в 11 начинается прямо на острове. Самая лучшая версия, которой я не воспользовался, это 21-го прилететь, ну, если через Москву, прилететь из Москвы до Горно-Алтайска. Вот там есть самолет, он в 8 утра там прилетает, и, по большому счету, там уже рядом, вот, до острова Зеленый. Ну, как раз вот Костя и прилетит на этом самолете. Вот. С москвичем еще одним. Ну и ладно. Ну, в общем, будет хорошо.